на канале «Россия-1» продолжается премьерный показ мелодрамы «Стенограмма судьбы». В сюжете 5 и 6 серий, выход которых ожидается 17 ноября, мы увидим, что Анна раздавлена, она узнает, что ее любовь была роковой ошибкой. Сестра Инга не желает видеть ее, а Юрий выгоняет Анну из отцовского дома и, угрожая тюрьмой, требует забыть о родстве с Печорским. А тем временем Сергей везде ищет Анну, а она тем временем решает сбежать из Москвы. 6 серия. Идет конец 1979 года. На новогодней вечеринке Анна знакомится с галантным медицинским журналистом Борисом. Он сразу же начинает ухаживать за ней, его даже не смущает ее беременность. Но Анна не спешит отвечать ему взаимностью. Инга и Юрий собирают информацию о коллекции картин генерала Печорского. Премьера новых серий состоится 17 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.